Значит, если опубликовали фальшивое распоряжение правительства, то это как минимум подделка документов, причем подделка государственных документов. То есть это очевидное преступление. Какая это статья, я не знаю, я не юрист, но преступление налицо. Ну, пресса, естественно, должна проверять источники своей информации. Впрочем, пресса никому ничего не должна. Если она не проверяет, то она будет отвечать по закону. Как правило, по закону она не отвечает, потому что связываться со СМИ себе дороже. Поэтому, в принципе, у нас в прессе полный хаос, и публиковать можно все, что угодно. Не публикуют всякую чепуху, как правило, из страха просто, если боятся не судебного разбирательства, а боятся каких-то наездов, там, финансовых неприятностей, еще каких-то. А так, по закону отвечать должны, на практике со СМИ связываться, это очень, очень часто себе дороже, поэтому не связываться.